минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции совместно с сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ленинскому городскому округу провели профилактическое мероприятие «Тонировка», направленное на выявление нарушений, связанных с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. При помощи специальных приборов «Тоник» полицейские проверили светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол у 78 автомобилей. В ходе рейда составлено 46 административных протоколов. Один водитель привлечен за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. 7 за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Административный штраф за данное правонарушение составляет 500 рублей. Также составлено 38 административных протоколов за нарушения, связанные с правилами перевозки детей. Еще один водитель привлечен за использование телефона за рулем.